Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый фризский торт из слоеного теста со штрейзелем и с обильной ягодной начинкой. Торт, который нравится абсолютно всем. Съедается молниеносно. Многие хвалят его еще больше даже, чем торт Наполеон. В данном видео я буду готовить именно с клубничной начинкой этот торт. Для клубничной начинки я беру 470 грамм замороженной клубники, разморозила ее и пробиваю сейчас блендером до состояния пюре. Пюре в итоге у меня получится 450 грамм клубничного. Кто будет использовать уже готовое клубничное пюре, чтобы знали вес уже готового пюре. Сок половины лимона также туда добавляю и отправляю эту смесь на плиту и довожу ее сейчас до закипания, чтобы она еще не кипела у меня. А тем временем я приготовлю крахмальную смесь. 40 грамм кукурузного крахмала, 100 грамм сахара. Сахара добавляйте по вкусу. Возможно, вы любите послаще, тогда нужно будет больше сахара добавить. И 70 грамм холодной воды. Все это я сейчас перемешиваю и иду уваривать всю эту смесь. Клубничное пюре у меня уже практически закипело, и я отправляю туда тонкой струйкой, помешивая в центре ковшика всю крахмальную смесь. Сейчас в посуде с толстым дном при непрерывном помешивании на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения. Как только пойдут первые пузыри, первые признаки кипения, я провариваю эту смесь еще примерно 30 секунд. Она начнет густеть, становиться более яркой, прозрачной и снимаю ее с огня. Я переливаю всю эту смесь в ту емкость, где она у меня будет остывать до такого достаточно холодного состояния, можно сказать, до такой прохладной комнатной температуры. Накрываю ее обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы она не заветривалась. 70 грамм сахара. 8 грамм ванильного сахара, 1 чайная ложка корицы. Корицу можете не добавлять, это по желанию, но в оригинальном рецепте она добавляется. 150 грамм муки, высыпаю туда сахар, все это перемешиваю и добавляю сейчас туда 80 грамм растопленного сливочного масла. Масло ни в коем случае не должно быть горячим. Мы готовим очень быстрый такой штрейзель. Перемешали все это и получается прекрасный, очень вкусный штрейзель. Здесь у меня 275 грамм готового слоеного теста. Слоеное тесто бездрожжевое. Вы же можете брать общей массой теста слоеного на весь этот торт примерно 500 грамм. Этого будет достаточно, просто обрезков будет поменьше. Вырубаю сейчас кондитерским кольцом один корж на 20 сантиметров и разрезаю его на 12 треугольничков, то есть на 12 порций. Их мы будем располагать уже сверху торта. Очень удобно нарезается он таким образом. Сейчас обильно накалываю каждый кусочек вилкой и смазываю каждый кусочек холодной водой. И каждый кусочек посыпаю обильно штрейзелем. Водой мы смазываем для того, чтобы штрейзель уже лучше держался. Остаток теста я разрезаю вот на такие полоски, просто для того, чтобы они быстрее испеклись. Ими мы будем посыпать уже боковину торта. Здесь вид их не имеет никакого значения. И отправляю выпекаться на 200 градусов Цельсия примерно на 20 минут до золотистого состояния. Пока печется первая партия теста, мы уже готовим последующие коржи. Также вырубаю этой же формой два коржа по 20 сантиметров. Здесь всего по сути три коржа в этом тортике. В каждой стране, конечно же, слоеное тесто продается в разных граммовках, поэтому смотрите именно по вашим упаковкам. Вы можете также и это же количество теста раскатывать и на 26 сантиметров в диаметре, тогда тортик будет просто пониже, но начинки абсолютно здесь будет достаточно и на тортик большего диаметра. Обильно накалываем вилкой каждый корж, также смазываем водой и посыпаем штрейзелем.
Вообще, изначально этот торт в оригинальном рецепте, этот рецепт пришел с Фрисских островов, они находятся в Северном море между Германией и Данией. Он готовился, этот тортик, по классическому рецепту со сливовым повидлом. В него также добавляется очень часто корица, потому что климат там суровый, конечно, никакой клубники там не было, а такие доступные фрукты это были сливы. Поэтому из них готовилось повидло, и вот этот тортик делался, конечно же, с домашним слоеным тестом. У меня на канале есть торт Наполеон. Вот то тесто, оно очень похоже на тесто для фрисского торта. Кому захочется приготовить домашнее слоеное тесто, пожалуйста, пройдите по ссылке, я вам оставлю ее в описании. Для торта Наполеон. Эти коржи также выпекаем примерно 20 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Уже ломаю все эти остатки для посыпки боковины торта. Готовится все это очень просто и очень быстро. Коржи и заварную основу можно приготовить заранее и собрать его уже непосредственно перед подачей гостям, кто любит именно хрустящую выпечку из слоеного теста. Коржи из слоеного теста, посыпанные штрейзелем, получаются необыкновенно просто вкусными, очень сливочными. Приготовим крем. Здесь 200 мл очень холодных сливок для взбивания, пакетик ванильного сахара, 50 г сахарной пудры и 250 г холодного сыра маскарпоне. И взбиваем все это до устойчивых пиков. Крем очень быстрый. Делю визуально крем на две равные части и наполняю одной из частей крема уже кондитерский мешок. У кого нет кондитерского мешка, вы можете использовать пакеты для заморозки продуктов. Срезать у них уголок у этих пакетов и также при помощи этих пакетов собрать тортик. Делю клубничную основу на три равные части. И также наполняю кондитерский мешок. Работать с ним очень удобно, с кондитерским мешком, при сборке вот таких тортиков. И начинаю сборку торта. Сливочным кремом я делаю такой бортик и наполняю уже все это клубничной начинкой. Конечно же, для этого торта можно использовать заварные кремы. И крем муслин можно использовать, будет очень вкусно. Также можно просто заварные кремы использовать, различные очень, которые есть на моем канале. Я вам ссылочки на эти кремы оставлю в описании к данному видео. Кому покажется небюджетным, допустим, крем на сливках и на маскарпоне. Все это можно приготовить с другим кремом. Второй корж собираем по принципу первого коржа. Кто захочет этот торт кушать таким хрустящим, буквально пару часов ему можно дать постоять в холодильнике и уже нарезать. Тогда он будет хрустящим. Если же вы захотите, чтобы он был такой мягкий у вас внутри, сверху, вот эти треугольнички, они так и так будут у вас такими хрустящими. А вот эти два внутренних коржа, чтобы они были мягкими, этот тортик тогда нужно оставить в холодильнике на ночь. Третий слой клубничной начинки я выкладываю опять же на крем. И на этот клубничный слой выкладываются уже треугольнички со штрейзелем. Разравниваю просто, и в принципе торт уже собран. Треугольнички эти обычно выкладываются также немножко полубоком, чтобы они были более красиво они смотрелись. Под каждый треугольничек можно отсадить небольшую розеточку из сливочного крема. Тоже будет очень красиво смотреться. И украшаю остатками клубничной основы. И в принципе торт уже собран. Измельчаю сейчас те полосочки, которые мы выпекали для боковины торта, и посыпаю ими бока торта. Ставим в холодильник по вашему желанию. Кто хочет хрустящий тортик, на пару часов поставим в холодильник. У меня здесь он буквально пару часов постоял в холодильнике, этот тортик, поэтому он еще так разрезается, как
любой хрустящий Наполеон. А кто хочет, как я уже сказала, оставить его на ночь, тогда он будет мягким, таким внутри, очень податливым. Торт получается необычайно просто вкусным, не похожим ни на что по вкусу. Фризский торт можете готовить с любыми фруктами и ягодами, но в оригинальном рецепте, конечно же, идут сливы. Торт получается очень сливочным на вкус благодаря штрейзелю. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.